Так, друзья, вот сейчас, наверное, звук есть, да? Не слышу. Поставьте плюсики, если есть звук. Кто имеет возможность поставить плюсики, если есть... Полякова Валентина есть. Есть, отлично. Но я, к сожалению, себя не слышу почему-то. Странно, но как-то так есть. Ну ладно, пускай будет так. Хорошо, отлично, тогда идем дальше. Сейчас я здесь проверю, чтобы у нас... Так, в YouTube у нас пошло тоже. Вижу вот здесь в чате, значит, сейчас... Так, Сергей с 2014 года. Если... Да, вот сейчас вижу, слышу, в YouTube тоже пошел звук. Отлично. Так, и здесь пошел звук, отлично. Везде звук пошел. Супер. Так, еще раз перезагрузился. Я в другой браузер зашел, вы знаете, чтобы не выбивало, чтобы не... Посмотрим, будет ли выбивать, не будет, но надеюсь, что нет. Так, демонстрацию экрана сейчас сделаем. Угу. Поделимся сейчас. Так, есть. Что, друзья, видят у нас на экране? Экран не видно, да, я вижу, коллеги? Сейчас, секундочку. Так, Keynote. Угу. Так, экран, не вижу экрана. Да, экрана пока не видно. Сейчас еще раз попробуем демонстрацию экрана. Вкладка. Так. Угу. Так, здесь вижу. И... Коллеги, напишите сейчас, что видно на экране. Что-то видно на экране, нет? Напишите мне в чатик, пожалуйста. Если вот у нас Валентина здесь. Если что-то видно, нет? Так, вот пишут, не видно. Сергей пишет, не видно. Не видно. Так, интересный вопрос. Так, давайте еще раз попробуем. Еще раз попробуем зайти.
Вот таким макаром. Вот сейчас должно быть. Раз, раз. Есть. Да? Пошло. Я так предполагаю, пошло. Друзья, напишите, вот мне, у меня, например, на втором экране видно, что пошло. И хотел бы от вас поставить, получить обратную связь. Пошло ли у вас тоже? Кто там, кто, ребята, есть там, напишите в чате. Так, значит, видно, все, Полякова, спасибо, Валентина. Вы прямо такой очень рьяный такой. Всегда отвечаете и быстро реагируете. Спасибо вам большое за реакцию. Угу. Так, еще раз проверяем звук, еще раз проверяем все остальные моменты.
Так, еще раз. Все, слышу, звук есть. Это хорошо уже. К сожалению, вот не можем перейти на другую площадку. У нас нет сопрягаемости с другими площадками. Это первое. Второе, у нас техническая поддержка идет на этой площадке. И другие еще моменты технические, связанные именно с этим, с этой площадкой Мирополис. Но, к сожалению, вот с техническими инженерами я разговаривал, и получается, что на сегодняшний день вот нельзя перейти на другую пока площадку. Типа, знаете, перейти можно, вот, допустим, вещать в Zoom, да? Но сопряжение Zoom и всех остальных там вещей технических нет. Получается вот как-то так. И у меня получается, вот сейчас я здесь на этой площадке, когда включаю демонстрацию экрана, но экран наш не желает показываться. Не хочет показывать и... Сейчас попробуем все-таки немножко. Технические специалисты настроили этот вопрос, то есть была проблемка, но этот проблем решили. Ну вот сегодня, видимо, она возобновилась опять. Я думаю, что это все-таки связано с перегрузками. Во время вебинара все-таки... Во время вебинара входа то много входит, видимо, народу. И я имею в виду вещающих. И я так предполагаю, что все-таки комната вот перегружается. Так. Для тех, кто смотрит меня первый раз и знает меня первый раз, меня зовут Владислав Волков. Руковожу я от нашего фонда SkyWorld Community именно направление по Бельгии.
И еще веду направление на сегодняшний день по поступающим запросам от тех или иных. Вот, Валентина, поставьте плюсики в чате, если звук появился, потому что мне не очень не слышно, я все-таки начал вещать. Обрабатываю те или иные запросы, поступающие по разным всяким моментам. Я имею в виду, что я вернулся назад. Очень интересная такая история. Ладно, идем дальше. Я все-таки буду здесь подсматривать, есть ли я здесь или нет. Вот. Сегодня мы поговорим об Анатолии Леонидовиче Яницком. Это прекраснейший человек. Человек, который именно основатель и отец нашего вида транспорта, да, я буду говорить нашего, потому что я причастен уже с 2014 года. Вот здесь написали Ирина, 18 год, 21 год, Астафуров Владимир, 20-й, 16-й Наталья, Сергей, 14-й и так далее. И я в 2015 году тоже присоединился к нашему виду транспорта. Я имею в виду, что к этому движению, да. И наша платформа SkyWorld Community, она видоизменилась на сегодняшний день, и это именно та платформа, которая помогает этой именно технологии выйти на мировой уровень. Это очень радует, потому что не всем удается так продвинуться вперед, так как нам. И вот та аббревиатура сегодняшняя, Юницкий String Technologies, да, Юницкий струнные технологии, именно вывеска на девятиэтажном доме говорит о том, что это бренд, на сегодняшний день бренд, узнаваемый бренд. И вы знаете, это очень так, ну, прям настолько приятно, что он узнаваем стал. И задавали мне вопрос, но почему же все-таки Юницкий, спасибо, Валентина, за обратную связь, почему же все-таки Юницкий, почему не просто String Technologies и так далее, и там, ну, многие вопросы и много всевозможных, много пришлось оппонировать по этому именно вопросу, я так скажу. И хочу обратить внимание на циферку 33, да, под словом Юницкий. То есть наше здание или наш офис находится в Минске на улице Железнодорожная, 33. Я вернусь еще к цифре 33. Мне очень нравится наука нумерология. Я вернусь еще к этой цифре. Эта цифра значимая. Очень значимая. Но сейчас я отвечу на вопрос, почему же все-таки Юницкий? Вы знаете, форма образования, именно как создавался логотип, он очень тщательно продумывался Анатолием Эдуардовичем уже давно. Да, этот логотип не случайный, этот логотип состоит из двух частей, из фирменного знака и уникального графического написания или названия. Да? То есть, вот видите, внизу в левом углу находится наш Юнибус, он двухместный, и он вот трансформировался вот в такую вот как букву «Ю», да, но в то же время повторяя форму Юнибуса. И получается, это фирменный знак и уникальное графическое именно написание, где в первой строчке фамилия именно Анатолия Эдуардовича Яницкого, основателя этой технологии, то есть папа технологии. Если задаваться вопросом, ну почему же все-таки Юницкий, знаете, здесь странности никакой нет, и я совершенно не составило труда зайти в интернет и просто набрать в поисковике имя, фамилию основателей той или иной компании, да. Я это сделал, я вам сейчас продемонстрирую, но вот именно так наш
на сегодняшний день наша форма образования или логотип, он именно вот так выглядит, и он на сегодняшний день узнаваем. И вы знаете, на крайней встрече в одном из городов нашей громадной страны мне, в общем-то, довольно-таки солидные люди сказали, что, вы знаете, мы знаем ваш логотип, он, в принципе, уже известен. И это, знаете, так порадовало, очень порадовало. Ну, так гордо так стало, что логотип стал узнаваем. Это очень важно. Это очень важно. И здесь опять проследуется рука Анатолия Эдуардовича. И эта рука видна, такая прям дальновидная, я бы так сказал. А если зайти в историю, то вот взять чисто просто, вот я взял несколько вариантов. Это вот Adidas, да, название фирмы произошло от основателя Адольфа Дасслера. Кстати, здесь во время проведения финала в футболе, да, пошел дождь, и впервые немецкие футболисты вкрутили в обувь, тогда были вкручиваемые шипы, что помогло им выполнить свою задачу и стать чемпионами. Дальше Casio, кто знает, японский бренд Casio, гениального инженера Тадао Casio. Пожалуйста, HP, Hewlett Packard, знаменитые принтеры, да? Два друга, Уильям Хиллиард и Дэвид Паккард. То есть две фамилии соединили в одну, получился бренд. Дальше Honda, пожалуйста, основатель Суитори Honda. Пожалуйста, вам тоже как пример, да, это отвечает на вопрос, почему же все-таки Юницкий String Technologies. То есть история показывает нам, что, как правило, в основании именно бренда лежат фамилии тех людей, кто основали, и тех людей, которые были основателями именно той компании, которая в дальнейшем показала, ну, не просто колоссальные, а гигантские возможности и гигантские размахи, я бы вот так сказал. Так, сейчас перейдем на новый слайд. Ой, куда-то у меня убежал. Вот так сейчас сделаем. Угу. Вот. Далее. Идем дальше. Джонсон и Джонсон, да, на сегодняшний день это три брата. Роберт, Джеймс и Эдуард Джонсоны. Тоже по знаменитой компании, все ее знают наверняка. На слуху у всех это название. На сегодняшний ныне это гигантский конгломерат компаний. А вначале был обычной фирмой, да, Nestle тоже, аптекарь Анри Nestle, пожалуйста, Проктор и Гэмбл, Уильям и Проктор Джеймс Гэмбл, Уильям Проктор и Джеймс Гэмбл, да, тоже, пожалуйста, вам, Siemens, германский инженер, Вернер фон Siemens, то есть Siemens это на сегодняшний день, это огромный тоже конгломерат Siemens, обеспечивающий все страны высококачественной электротехникой. И не только техника, но и еще и машины. Дальше у нас идет Suzuki, Митио Судзуки, да? Основатель в свое время, он основал станки, ткацкие станки. Дальше уже были и автомобили, и Toyota. Это Сакити Тойоды. Тоже Toyota, все знают прекрасно этот знак. Не говоря уже о Форде, не говоря уже и далее, и далее, и далее, и так далее, и там потом. Поэтому тот вопрос, который я получал неоднократно, он, я думаю, что, ну, просто сошел на нет. Потому что если поискать на сегодняшний день в просторах интернета, то это нормально, когда человек, создатель, запечатляет свою фамилию именно вот в названии компании. Но то, что наша аббревиатура и то, что вот значок такой Юнибуса и UST Incorporated, UST, то, что это уже звучит на языках и люди, наш бренд становится узнаваем и был узнаваем в последней, в крайней встрече,
Меня это очень сильно порадовало. Еще очень хочу, не очень, а хочу, а может быть даже и очень, уделить внимание нашему новому сайту. Еще раз пройтись. Я 14-го, по-моему, числа в прошлом месяце прошелся так по этому сайту. Но хотел бы еще раз уделить внимание, маленький кусочек такой, вот наш сайт новый, да, ust.incorporated. Он на русском языке и на английском языке. На английском языке, да, кстати, очень хорошо сделан на английском языке. И вот на данной фотографии можно, кстати, фотографии сделаны с нашего экотехнопарка в Мариной Горке, да. И кто знает именно структуру этого парка, расположение путевых структур, то здесь видно, что здесь на переднем фоне у нас трасса грузовая, далее идет наш сад, то есть яблоневый сад, и именные деревья там у меня, там у нашей семьи там тоже есть несколько деревьев. И я думаю, что у тех зрителей, у тех, кто сегодня присутствует на вебинаре, тоже есть именно в этом саду свои именные яблоки. Да? И далее идут путевые структуры, наши трассы, и далее идет озеро, там вдалеке озеро, и с правой стороны есть такие сооружения, там два эко-дома, плюс идут дома именно по гумусу и соответствующие технические сооружения. С левой стороны вдали шатер, в самом-самом левом углу, там в верхнем шатер, где происходит конференция по SpaceWave, да? И именно на этом сайте, вы знаете, на этом сайте, его вообще, я рекомендую его использовать во время тех, кто проводит презентации, тот, кто доносит информацию о нашей технологии. Не нужно теперь носить с собой буклеты, как-то записывать видео на флешке. Можно просто иметь под рукой интернет и компьютер, или же планшет, но желательно, чтобы был немножко побольше экран, чтобы все-таки партнер или клиент, или присутствующий, тот, кто наблюдатель, мог на большом экране посмотреть прелести именно и информацию о нашей технологии. И там, на этой именно на этом сайте, не только всевозможные видео и технические моменты, не говоря уже об исторических, об структурных всевозможных моментах, там полностью создан сайт, прям очень хорошо, но и о гармоничности инфраструктуры, станции, погрузочные, разгрузочные комплексы, и как это все сопрягается с природным ландшафтом и так далее. Кстати, очень хорошее описание по автоматизированной системе управления. Хочу уделить здесь внимание тоже, что это наш конек, это наша разработка, именно сделанная под наш вид транспорта, то есть непосредственно под Unisky String Technologies и под наши виды транспорта. Да? То есть он, в принципе, к другому транспорту, ну, я думаю, что может приспособлен быть, но заточен он именно под нас, то есть под наши данные, под наши скорости, под наши всевозможные датчики слежения и оповещения, и это все формируется в один блок, анализируется и выдается быстренько на вот приборе о том или ином моменте, где нужно что-то подправить или подкорректировать. Это очень серьезная вещь, кстати, она уже, и самое здесь очень важный момент тоже, что автоматизированная система управления, она уже у нас опробованная, и сейчас она у нас доработанная, довнедренная, видоизмененная в новое состояние, уже приспособленная к машинам пятого поколения. Мы знаем, да, из последнего интервью Антон Леонидович, что у нас машины уже пошли пятого поколения. Я сейчас о ней там вкратце скажу в конце. Поэтому здесь это очень важно, да, очень важно, потому что информационная вот эта составляющая там немножко другая. О подвижном составе, да, о нашем U-поде, да, то есть есть все моменты, уникальная конструкция, как опирается колесо на рельс, как происходит токопередача посредством колесо-рельс, почему мы ушли от токосъема, почему мы ушли и где мы видоизменили именно момент противосходной системы. У нас была противосходная система, помните, сбоку, ну, те, кто не помнит, может быть, видели на рисунках, сбоку у нас был ролик удерживающий, и за счет этого был у нас шум. И для того, чтобы уйти от шума и сделать плавность движения, мы
наше конструкторское бюро, проработав все эти моменты, сделало улучшение. То есть мы ушли от колеса, но тем не менее сделали настолько безопасную систему, П-образная такая скоба, плюс поставили датчики, то есть интеллект именно машины следит за вот в этой машине, о которой я буду говорить далее. У нее стоят датчики, которые снимают 100 показаний в секунду, при этом следят за рельсом. И, что самое важное, у нас наша колесная пара, она подруливает. То есть настолько плавное движение идет и бесперебойное. То есть настолько четкое, что именно противосходная система, которая у нас была, она на сегодняшний день не нужна. Потому что даже если такой момент мы взяли, что наша машина все-таки вышла из строя, каким-то система вышла из строя, то противосходная система, которая модернизирована и сделана на схемке, нужно будет мне в следующий раз показать эту схемку, чтобы было более понятно, она не даст машине уйти с рельса. Это очень важно. Это очень важно, проработано, и самое главное, что это испытано. Ну и, конечно, рельсы рельсо-струнная эстакада, да, специальная конструкция, которая требует гораздо меньше металлозатрат, и по разным моментам они, то есть разные путевые структуры, по-разному используются именно для того или иного вида транспорта. То есть будет ли это городской, или это будет ли, допустим, между городами, или это горный вариант, или это прохождение водной преграды и так далее. И все это вот, все вместе, все эти связующие определяют именно какую путевую структуру нужно использовать в том или ином случае. Сейчас мы видим видео именно из Мариной Горки. Это 60 километров под Минском. Это наш демонстрационно-сертификационный центр в Белоруссии. Именно там, на сегодняшний день мы показываем 5 путевых структур, хотя, в принципе, заложено еще 2, да, но они чуть-чуть недоделанные, недостроенные, потому что мы переместили фокус внимания на другое место, на более важные моменты, имеется в виду в Арабских Эмиратах. Но, тем не менее, преимущество каждой из 5 уже путевых структур, оно налицо. Именно там мы можем увидеть, и именно там мы уже все равно показываем нашим партнерам, те, кто желает, те, кто приезжает, именно те существующие 5 трасс. Кстати, на этом вот слайде видно разворотную часть. Мы именно вот на этом месте показываем разворотную часть со стрелкой. То есть здесь у нас стрелочный момент, мы показываем работу именно стрелки, как работает стрелка. Стрелочный узел – это для направления электромобиля в то или иное движение, допустим, в депо или на место, допустим, отстоя. Это тоже очень важно. И эти 5 путевых структур, из них вот провисающая гибкая путевая структура, именно особенности этой гибкой путевой структуры, простота конструкции и маленький вес. Но еще бы я здесь отметил ее такую уникальность, что ли, вот этой путевой структуры. Потому что вот на данном видео можно увидеть, как мы посредством этой путевой структуры преодолеваем горные преграды. Да? И не только горные преграды, но плюс еще и водные преграды. Мы можем пройти верхом, вот в данном случае показано именно, как пройти в трубе туннеля, да? Кстати, труба-туннель очень хорошо описана у Анатолия Радовича в книге. Но можем еще и пройти верхом. И эта путевая структура мне очень больше всего по душе, потому что у нее вот этот шаг большой, и она очень такая флексибная, я бы сказал, что ли. То есть такая подвижная. Но о суперлегкой вот колтюбинговой путевой структуре я бы ей тоже уделил внимание, вот как бы так сказать, потому что она, именно эта путевая структура, состоит из высокопрочной стальной проволоки внутри, но эта путевая структура очень легкая, она легкая, во-первых, в монтаже, ее путевая структура, вот видите, какая ажурная промежуточная опора, да, ее очень легко переместить, допустим, этим дроном или вертолетом, допустим, в какие-то горные места. Плюс машина сама, сам Univin двухместный,
Он сам по себе очень компактный, но в то же время он, я бы не сказал, что он маленький, он довольно-таки большой. Те, кто были в последнем крайнем Экофесте, они могли наблюдать его и посидеть у него внутри, потому что он стоял как раз вот на этой площадке, где он сейчас стоит. Он был в неподвешенном виде. Сейчас он, конечно, уже двигается, передвигается по этой путевой структуре. Но машина внутри была изготовлена, ну, настолько великолепно. Это подвесное монорельсовое транспортное средство, да, малой вместимости, два человека. Она универсальная. Сама кабинка, может быть, если вдруг необходимость будет переоборудовать эту кабинку для лыжного варианта, то, соответственно, из двух пассажирских мест можно сделать одно пассажирское место с багажным отделением для лыж. То есть чуть-чуть увеличивается пространство. Это технически это все вполне возможно, да? Но что самое интересное, это вот модульная вот эта конструкция, это вот сейчас написано, да, используется как для перевозки людей, так и для перевозки грузов. То есть это можно как в грузовом виде его, допустим, создать, так же и в пассажирском. То есть, в принципе, можно даже не переделывая кабину, допустим, пустить две машины. Одна машина идет с лыжниками, как пример, да, пошли вперед, а вторая грузовая идет с лыжами и соответствующей провиантом. Это тоже как вариант. Но что самое важное, важно здесь именно в этой путевой структуре, что она дешевая, легкая в формировании, в строительстве и в монтаже. И плюс ее можно перенести посредством вот дронов, там, не знаю, всевозможных малых вертолетных там комплексов или еще чего-то на именно место дислокации. Это очень важно. Это очень важно. Полужесткая путевая структура именно с юнибайком. Юнибайк, вы помните, в 2016 году он сделал очень красивый такой свое дело в ноябре 2016 года он показал, и именно юнибайк вот на этой путевой структуре, да, на полужесткой путевой структуре, он показал именно свой первый полет, я бы вот так сказал. То есть проехался, показал, что именно этот транспорт имеет место быть, он движется, он работает и он существует. И именно 2016 год, ноябрь 2016 года, я бы сказал, это так второй день рождения Эдуарда Черницкого. И те, кто были и видели, и знают, бывалые, те, кто с 2014 года, с 2015 года, конечно, помнят 2016 год, когда это было такой прям фурор. Фурор, когда именно этот юнибайк передвигался и имел место вот быть и двигаться по этой путевой структуре. Так. Сейчас перекликнем дальше. Так, интересно. У нас даже компьютер в этот раз как-то работает особенно. Это небольшой электромобиль, я бы вот так сказал, на остальных колесах. Не я бы сказал, а то это точная прямо аббревиатура. Электромобиль на остальных колесах. Двухместный. И в первом варианте, тот, кто помнит, был вариант крутить педали. Жесткая ферма или жесткая путевая структура. Она в Мариной Горке представлена, и по ней двигались определенные машины сверху. То есть она и навесная, и подвесная. Но эта путевая структура не рассчитана на юниконт большегрузный, то есть от 20 до 40 тонн, 20-40-футовые машины. Именно саму машину здесь протестировать можно, и мы видели видео, где она тестировалась, да, именно на этой путевой структуре. А вот уже именно юниконт вместе с контейнером здесь, конечно, мы протестировать не можем. Поэтому вот мы сейчас торопимся, ну не торопимся, а идем по плану, я бы вот так сказал. Именно в Шарджи мы делаем трассу, ту такую серьезную трассу, на которой мы именно покажем и всему миру заявим, что все имеет место быть, именно эта путевая структура. Ну, еще нужно уделить внимание, я считаю, что это тоже очень важный момент, вот на него не обращают внимания, но вот это закольцованное, да, соединенное с Юнитрансом, вот видите, сверху такая лента черная идет,
И внизу вот именно маленькая, маленькая вот эта наша машинка зелененькая U4-131. Это тоже вот именно грузовая трасса, на которой показана совместность, совмещенное такое соединение двух наших машин, которые перевозят сыпучие грузы и штучные грузы одновременно, то есть по одной трассе могут перемещаться. Плюс это все автоматическое, конечно, автоматическая станция погрузка и выгрузка. И там, именно там, в Мариной Горке, на этой трассе грузовой, это можно наблюдать. В крайней поездку мы наблюдали именно специально наши партнеры после того, как мы прокатились на 14-местном юнибусе. Они именно уделили внимание этому моменту и подошли к этой трассе, посмотрели, как происходит автоматическая разгрузка и погрузка. Там есть кусочек такой, можно посмотреть. В наших... Вот, хочу остановиться вот на последнем видео, которое предоставил нам Анатолий Эдуардович из Арабских Эмиратов. Да, Анатолий Леницкий рассказал о коммерческих проектах и новой модели транспорта. Естественно, люди ожидали каких-то там фурорных заявлений и всевозможных вещей от Анатолия Леонидовича, которые сейчас, ну, это нужно было просто понимать по-взрослому, что именно сейчас, в летний период, ну, никто не будет заявлять, а если и будут заявлять, то, скорее всего, к концу года мы что-то услышим. Но хочу уделить вот прям внимание именно вот этим моментам. Это скрин прямо из нашего личного кабинета в разделе «Новости», вот если посмотрите голубым, где Анатолий Леонидович четко проговорил, что он находится сейчас в командировке в Арабских Эмиратах. Он проговорил про канатные дороги, и он проговорил там, если кто хорошо слушал, если кто не очень внимательно послушал, вернитесь обратно, еще послушайте один, два, три раза, что он именно сказал, что канатные дороги для него тоже было из первоисточника услышать, что на сегодняшний день стоимость вот 20 миллионов долларов за километр. Это очень серьезный такой показатель, уже зафиксированная цена. Если раньше, допустим, канатные дороги, цены плавающие были, и по разным причинам их при определенных запросах все время не могли, или не вальированная такая, синусоидальная была цена, специально, наверное, скорее всего, то на сегодняшний день вот Анатолий Леонидович произнес эту цифру, и она для меня, конечно, была шокирующая. Про трассы в Шарже он тоже рассказал, и там тоже есть у нас фурорные вещи, и мы идем, смотрите, коллеги, вот в данной ситуации, в такой сложнейшей ситуации в мире, мы уверенно идем вот именно в Арабских Эмиратах, и я имею в виду строим там, делаем, да, и Анатолий Леонидович находится именно там с сыном, с Денисом, вот как бы лоббируя все эти моменты, но, что самое, вот я подчеркнул прям специально, красным, да, что коммерческие проекты, что в период проведения Экспо-2020 мы приняли у себя более 100 делегаций. Кстати, ну, прекраснейшее было решение Анатолия Эдуардовича Юницкого не выставляться именно на Экспо-2020, а посредством маленьких автобусов заинтересованных лиц просто привозить уже на реальный объект в Шарже. И это было, ну, просто великолепное решение, потому что все, ну, я выражусь так, прокладки или все люди, которые, ну, так себе, вроде есть или есть, ну, можно посмотреть, они просто так поехать в Шаржу, ну, нет смысла. А поехали именно те люди, которые заинтересовались и имели вид на те или иные, на то или иное направление. И вот он пишет, Анатолий Леонидович, прям четко его слова, записанные в таком маленьком, в маленьких двух строчках, но они настолько важны, коллеги, я их прям прочитаю, что в период проведения Экспо-2020 мы приняли у себя более 100 делегаций. Еще, внимание, сейчас мы работаем над реализацией коммерческих проектов, которые... Еще раз внимание, которые зародились в результате этих встреч. Коллеги, ну тут же, вот понимаете, вот все полностью сказано Анатолием Эдуардовичем. То есть то, что было объявлено, совершенно не относится вот к тому, что сейчас зародилось. То есть те делегации, которые приезжали, сейчас мы работаем над реализацией коммерческих проектов, которые зародились
в результате этих встреч. И началась активная работа, требующая моего присутствия. То есть как создателя, как человека-основателя и человека, который принимает решения. Это очень важно. Это очень важно, и я на этом вот заостряю сейчас внимание. Спасибо. Друзья, вот там я сейчас обратил внимание на YouTube, и здесь вот пишут, так, все, не очень важное там. Так, все, идем дальше. Новая модель транспорта. Вот я хочу немножечко заострить внимание на новые модели. Машина пятого поколения. Машина пятого поколения была освещена еще в фильме, который делал вот для Анатолия Радовича писатель. Да? Помните, я о нем уже говорил. Машина 25-местная. Машина великолепная. Машина имеет форму такую необычную, форму диаманта, да, то есть бриллианта. У нее новые совершенно двери, у нее новая совершенно система не только автоматики и всевозможного слежения, кондиционирования, там, я не знаю, ну, всевозможные еще технические моменты, но еще очень важно именно в этой модели стоят уже новые совершенно пятого поколения двигатели, они независимые, у нее, у этой машины совершенно другое зрение, я бы так сказал, интеллектуальное зрение. Вот именно в этой машине пятого поколения стоит другая совершенно подвеска, у нее совершенно другая стоит противосходная система. Это, и эта машина имеет именно вот то, о чем я говорил в начале, что она считывает именно 100 показаний в секунду с пути и таким образом подруливает именно по рельс-струне по нашей, обеспечивая плавность хода и обеспечивая безопасность, что очень важно, безопасность пассажиров. То есть машина пятого поколения, уже в ней учтено, значит, обзор, шумоизоляция, кондиционирование, новые двигатели стоят совершенно 60-киловаттные, плюс у нее другая противосходная система, и плюс у нее вся, я бы так сказал, знаете, ум пятого поколения. То есть машина умная, и посмотрите, если кто-то внимательно обращает внимание, у нее уже и сцепка даже изменена, да? Другая совершенно сцепка тоже видоизменена, улучшена. И машина сейчас в пути в Арабские Эмираты для своего тестирования и дальше для своего прохождения вот в таких суровых климатических условиях и так далее. И эта машина, ну, я считаю, что это потрясающая штука и потрясающий показатель в нашу копилочку, то есть к тем машинам, которые мы уже произвели. То есть мы произвели машину совершенно новейшую, с новыми данными и с характеристиками. Ну и, конечно, для тех, кто не очень внимательно и не следит за прогрессом в строительстве, он не такой быстрый, понятно, но вы посмотрите, что происходит в мире доставки и логистики, то именно сопоставляя и проанализируя, можно понять, что в принципе то, что было сделано, то, что было заявлено, вернее, вот так, то, что было заявлено, в принципе, сделано и уже доводится до ума. Это очень важно. То есть очень важно в этих условиях, что компания не остановилась, а компания идет все-таки дальше и двигается в своем направлении. Вот. Так, двигаемся дальше. Сейчас перелистнем. Перегрелся аж компьютер у меня, смотрите, от моего такого напора. Да. Шапирова Валентина, не понял ваш вопрос. Мое Дёгово номер один. Немножко не понял вас. Хорошо, друзья. Так, идем дальше, пробуем перелистнуть. Вот. И то, что происходит сейчас в Шарже, друзья, наверняка вы следите за теми позициями и то, что происходит. Все, в принципе, оповещается. Сейчас вообще такой поток информационный. Вот видите, это
именно сделал скрин из нашего кабинета. Никуда дальше, ни вправо, ни влево не ходил, потому что информационный поток такой. И когда говорят, что ну где же информация о том, когда будет, что будет, все ждут каких как дивидендов, когда же будет выход, когда же будет. Коллеги, смотрите, то, что происходит, даже эта маленькая такая заливка бетона, там завершен монтаж, завершены основы строительной работы, завершена разработка вот этого, ведутся работы вот эти, какие-то там все, и полностью идет последовательный анализ, я бы сказал так, дорожная карта выкладывается именно, что происходит и что мы делаем. То есть мы очень четко и очень основательно идем к тому, чтобы получать то, что мы хотим получать, или те блага, которые мы каждый для себя установил. То есть каждый установил для себя определенные какие-то блага, которые он желает получить от этого проекта. Кто-то желает, допустим, в первых каких-то торгах продать свою долю, кто-то желает дальше получать, кто-то еще что-то, кто-то желает наследовать своим детям и так далее, и так далее. То есть, в принципе, мы-то двигаемся именно уверенными шагами именно к этому. И посмотрите, я вам честно скажу, что та работа, которая делается, она настолько колоссальная и настолько большая и трудная, что но по прохождению и по тем моментам, которые я знаю и которые я вижу, но это просто колоссальный труд. И большое спасибо той всей команде, которая идет, и того костяка, тот костяк основной, который у нас остался, инженерный, и который существует, не только остался, существует, те такие, знаете, как это, ядрышки или орешки. Я точно знаю, что с этой командой мы доведем дело до конца. И партнерам, спасибо партнерам, я был очень удивлен, когда в крайнюю поездку в Санкт-Петербург, сейчас пока перезагружается компьютер, у меня страничка не перелистывается, в крайней поездке в Санкт-Петербург, и мы встречались, закрытая была встреча, встречались с партнерами. И, вы знаете, я был очень удивлен, когда получил обратную связь от партнеров. Она была настолько потрясающее и настолько завораживающее, что я понял, что да, мы сделаем то дело, которое мы начали, и завершим его достойно, и при этом не будет нам стыдно не только перед нами самими, но и перед нашими детьми, внуками и вообще перед, я бы сказал так, перед пространством, что ли, вот так. Потому что, в принципе, этому проекту быть, и это очень важно, что этот проект вот такими путями, но все-таки трудными путями, но все-таки идет к своей заветной такой цели. И вот как раз крайнее видео, когда мы видим натяжку струн, да, они же тоже, в принципе, вот те рабочие, вы же понимаете, что там не арабы сами работают, да, работают именно люди, которые пакистанцы, не знаю, там иранцы, индусы и еще там куча всего. Они тоже это делали в первый раз, и, естественно, никто не знал даже, как это делается, как натягивать чего. То есть там получалось, наши специалисты вообще дневали и ночевали, для того, чтобы показать, как это все делается и как нужно вообще правильно все это делать. Но, тем не менее, вот все происходит так, как нужно и под определенным качеством, и это очень радует. И, конечно, завораживает наш экодом. Конечно, наш экодом, вот этот оазис в пустыне, именно деревянный, единственный деревянный дом в Арабских Эмиратах, в Шарджи. В нем, конечно, совершенно другой климатический, другие климатические условия. Он, вы знаете, в нем легче дышится. В нем легче дышится, и такое самочувствие очень хорошее. Конечно, когда люди вот приезжают, именно те, кто живут там, именно находятся все время в этих каменных домах, они, конечно, попадая в этот рай, в пустыне, ну, приходит в восторг. И для тех партнеров и для тех наших именно инвесторов, кто еще не побывал, если когда-то будет такая возможность побывать в Арабских Эмиратах, обязательно побывать в Шарже, назначить встречу и посетить вот именно экодом. Но имейте в виду, что все нужно делать заранее и согласовывать.
Потому что просто так, конечно, с улицы там попасть туда не очень, не очень легко, я бы так сказал. Биотехнологии наши сопровождающие – это тоже показатель для меня очень серьезный. Почему? Потому что те трассы, которые рассматривают в тех или иных регионах, они, конечно, рассматривают их, я имею в виду, что зоны, где один песок гольный и где горы, пустые горы, не имея ни растительности, ни, допустим, почву и так далее. То есть рассматривают именно вот наше направление по гумусу и то заявленное именно... Сейчас, секундочку. Переведу на заявленное направление нашей Юнитерры, вот она так называется, да, это именно озеленение участков вдоль трасс. Это проект вот Юнитерры, это цель этого проекта является не только вот организация органического земледелия, да, но и самое важное здесь, для меня это вот тоже очень важно, что озеленение участков вдоль трасс Юницкий Стрим Технологис. И это и зеленые крыши, конечно же, и этажи зданий, тех именно анкерных опор в виде башни. Да? Мы знаем, что у нас подразумевается еще не просто плоские, но еще и в виде башни трехуровневые. И в линейных городах это основная башня, она может быть и четырехуровневая, и пятиуровневая. Но именно это направление, оно очень тоже важно, и именно в сопутствии его нашей технологии, оно показывает именно, я бы сказал так, благое направление и, вы знаете, такое, ну, правильное не движение, я бы сказал, правильное, знаете, как правильное мышление, что ли, вот именно основателя. То есть идет в ногу именно технология. И именно земля, возрождение земли, то есть именно придать земле, где проходит наша трасса, тот первозданный вид, где растет трава, где растет пшеница, где растут всевозможные сады, там, я не знаю, виноградники и так далее, и так далее, и так далее. И именно посредством нашего транспорта перемещать биогумус в те дальние просторы, дальние страны, где земля истощена. Это очень важно. И заложенная вот именно эта основа, она, конечно, тоже очень покоряет так людей, которые глубоко и далеко смотрят и глубоко мыслят. Для них это, конечно, тоже такой показатель, что технология не пришла на Землю не для того, чтобы завоевать и там поработить, там, допустим, и собрать себе деньги и как-то там устроиться, да, но технология пришла для благого. То есть технология пришла для того, чтобы исправить ситуацию именно по транспорту и возобновить нашу землю, то есть восстановить землю именно в тот первозданный вид, который нам досталось от именно наших дедов и отцов. И это очень важно. И это заложено вот и в идеологии, и в философии тоже. Один из пунктов, это тоже очень важный такой момент, да? Я сейчас как раз покажу, вот компьютер сопротивляется, но тем не менее мы его пытаемся реанимировать. Покажу вот как раз именно флаконы с эликсиром с этим. И этот эликсир, конечно, почвенный, он универсальный настолько, что Анатолий Давидович про него рассказывал. И я был как в крайней встрече с Анатолием Давидовичем, я был непосредственно свидетелем, держал эту бутылку в руках и наслаждался именно тем, что написано на бутылке. И именно то, что это именно эта смесь, этот эликсир почвенный, универсальный, он ведет вот к таким изменениям и к такому колоссальному, потрясающему результату, который мы получили в экотехнопарке, да? Вы знаете, что я сейчас покажу фотографию там на крыше, где у нас именно парник. Там, естественно, вот применяя наши эти вещи, мы имеем показатели такие колоссальные по
именно по тому, по сбору урожая, я бы так сказал, по сбору урожая, что вот как раз сейчас, вот как раз вы видите, да, часть проекта, и именно вот на этих крышах, под куполы этих крыш, это и как раз и есть парники. Вот, а там мы собираем помидоры, огурцы, еще что-то там было, баклажаны, по-моему, еще и так далее. И вот прям с метра там колоссальные результаты и показатели такие, что, ну, зашкаливают. И качество, конечно, качество просто потрясающее. И это все зафиксировано, запротоколировано, и видео есть по этому поводу видео фиксация, поэтому, ну, это тоже дорогого стоит, да. Теперь вернусь к нашему названию Unisky String Technologies. Мы прошлись по именно этому названию, почему, по логотипу, я бы вот так сказал, да, по логотипу, по формообразованию, как создавался логотип, и теперь мы знаем, что это наш фирменный знак, именно фирменный знак с универсальным графическим написанием, переходящий плавно вот. Но еще хотел бы вернуться вот как раз к улице Железнодорожная, 33. Это как именно здание в Минске, наше девятиэтажное здание сегодняшнее, которое находится на новом месте, Железнодорожная, улица 33. Сейчас вернется назад этот слайд у нас. И я попытаюсь дальше продолжить. Ну, хорошо, хоть у нас сегодня не выбивают, да? А, мое дерево. Все, понял. Спасибо, Шапирова Валентина. Если я правильно произнес ваше имя и фамилию, извиняюсь, неправильно. Ваше дерево, вы пишете, что в экотехнопарке номер один. Я вас поздравляю. Вы знаете, оно уже там не дерево, а уже деревище прям такое. Я думаю, что там, если приехать в этом году... Кстати, 20 в этом году, вот прям буквально, сейчас скажу, 20-го, 21-го и 22-го мы будем в экотехнопарке, и 22-го мы будем с Франтишком Солором, Солор, мы будем в... вот как раз в Unisky String Technologies, в нашем вот девятиэтажном здании. Мы будем встречаться с коллегами и будем как раз вести переговоры там по определенным моментам нашим. И могу посетить ваше дерево, я хочу так сказать, Валентина, могу посетить ваше дерево и передать ему привет. Вот. А теперь вернусь к Unisky String Technologies на улице Железнодорожная, 33. Мне очень нравится направление нумерология, и поэтому, когда мы переехали в здание, в это девятиэтажное, и когда я узнал о том, что это номер именно 33, знаете, я так задумался, логически подумал, думаю, ну, знаете, все, что происходит с нашей компанией, ну, все не случайно. Все именно происходит так, и по тем канонам, и в том пространстве, вот... Самым наилучшим образом, я бы так сказал, знаете, даже те события, которые у нас есть негативные, и даже когда у нас подводят партнеры, даже когда у нас подписаны контракты, какие-то там у нас договора, всевозможные там соглашения, а потом оказывается, что та или иная компания использовала нашу технологию для того, чтобы там где-то как-то пройти, заняться там каким-то, какой-то недвижимостью, то есть недвижимостью еще каким-то, то есть, ну, всевозможные штуки были, всевозможные вещи, еще история еще расскажет, и Антон Дадович наверняка со временем расскажет о некоторых историях, которые закрытые, но тем не менее, такие случаи есть, когда всевозможные, я бы сказал так, хулиганы, пытаются подстроиться, пристроиться и использовать наше имя и компанию для своих каких-то корыстных целей. Но я вам честно скажу, что пространство так все преломляет, перестраивает, и все события так происходят, что вот именно те люди, которые хотят каким-то образом помешать, повлиять, они, конечно, немного у нас воруют время и ресурсы в плане сил и, я бы сказал так, технического персонала, который отвлекается, но тем не менее потом мы все-таки возобновляемся и получается в два раза быстрее, еще в два раза лучше работаем в том или ином направлении. И это вот уже неоднократно, я могу вам привести прям, ну,
несколько примеров, но хочу вернуться к цифре 33. Вы знаете, я прям записал, чтобы вот каждое значение прочитаю, чтобы не ошибиться и не интерпретировать по-своему как-то. Вот тройка, это вот цифра 3, это максимальное мощное ресурсное состояние любых программ. То есть любую, в любом направлении, которое вы начинаете, где есть цифра 3, то это ресурсное состояние и мощнейшее, то есть максимальное. А у нас с вами, представляете, мы находимся на улице Железнодорожной 33. То есть здесь получается не просто качество системы старта и качество прохождения, да, голограммы и всех событий, а здесь идет двойное, представляете, двойное максимальное усиление, я прямо вот записал, двойное максимальное усиление ресурсного состояния, обновление программы с созданием материала, то есть с созданием проекта. Представляете, на какое место мы с вами переехали? То есть на какое ресурсное место по энергетике переехала наша компания? Это очень важно. Это очень важно, и я прям вот, знаете, когда я это узнал, и я думаю, ну надо же на каком-то из вебинаров все-таки об этом сказать. И вот прошло энное количество времени, и я все-таки вот донес эту информацию. Поэтому и форма образования нашей компании необычна, поэтому и фонд SkyWorld Community, который помогает выйти на рынок нашей технологии и по юридике, естественно, Unity String Technology не имеет права определенные операции делать только в техническом направлении, поэтому фонд – это тоже SkyWorld Community, ему большая благодарность, и большая благодарность, конечно, нам всем, и то форма образования, и то видение Анатолия Леонидовича, как правильно и в какое время, как правильно себя преподнести рынку, я имею в виду, в образе фирменного знака, да, и уникальности графического написания. Но плюс еще он четко говорит, что не время сейчас выходить на рынок, а время будет вот тогда-то и тогда-то. Я это чувствую. И посмотрите по событиям мировым, как четко он это прочувствовал, что в то время, когда мы хотели и были готовы, мы не вышли, а чуть-чуть притормозили. Знаете, как тот Суворов, который для того, чтобы победить Наполеона, да, в битве, он отошел с флангов назад немного, осмотрелся, посмотрел по сторонам, проанализировал всю ситуацию и тогда ринулся в бой и сделал свою победу. Вот так же и мы с вами вместе с командой и с Анатолием Леонидовичем, да, и Эдуардовичем. Я очень благодарен, что Анатолий Леонидович в хорошей форме и великолепно себя чувствует и идет вперед вместе с той командой. Команда просто потрясающая, друзья. Вот правда. Да, хорошо, Валентина. Валентина пишет: благодарю за внимание к моему дереву. Это мы вернулись к дереву. Та команда, которая у нас есть, и ту команду, которую, я бы сказал так, собрал Анатолий Эдуардович и инженерный состав, он просто великолепен. Но здесь еще что важно, друзья. Не просто команда и инженеры, которые приходят на работу и, знаете как, отсидел и ушел. Все, там, на, что-то сделал, не сделал, зарплату получил. Нет. То есть вся команда, начиная с молодого поколения и уже опытных, она просто влюблена в наш вид транспорта. И она не просто влюблена, но они еще и являются и партнерами, представляете? То есть не просто влюблена, но еще и партнеры нашей компании. То есть настолько проникся инженерный состав – вот именно в этом направлении. И то, что вот происходило у нас, это крайняя встреча вот в Дубае, вы видите, все мы здесь сидим, Анатолий Эдуардович, мы, Евгений Кудряшов, Владимир Маслов и еще коллеги с Unity String Technologies, именно то, что проговаривал Анатолий Эдуардович на этой встрече, это был очень важный момент, и то, что проговаривалось и говорилось тогда, именно так и произошло. Это очень важно. Вы знаете, вот есть какая-то особенность у Анатолия Леонидовича. Он имеет возможность немного на 2-3 шага вперед, не знаю, вы знаете, как я бы сказал вот так вот, пройтись по линии времени, посмотреть событийный ряд, вернуться обратно, не изменяя позиции временные, да, не изменяя то, что происходит там, а просто пройтись по временной линии, посмотреть, что будет там, и, естественно, вернуться обратно и, соответственно, сделать определенные выводы и как-то проанализировать ту ситуацию и вырулить правильно. Вот эта вот чуйка,
Колоссальное, это не каждому дано, и я очень рад, что именно у нашего ведущего и у нашего основателя компании есть вот эта вот чуйка, не говоря уже о чуйке по про кластерные линейные города. Он очень внимательно к этому отнесся и очень серьезно сейчас об этом говорит. И я вижу в этом очень большой такой задел, я бы сказал, вот так задел, потому что те люди, с которыми даже я встречаюсь, и у которых есть земля, и большая земля, большое количество земли, и есть уже видение, как будет обустроена эта земля, вы знаете, они отходят от того, что вот на сегодняшний день делают застройщики. То есть я имею в виду, что когда они выжимают из земли, но все, что можно и нельзя. Все, что можно и нельзя, строя Титаники 27-подъездные, там 30-подъездные, вот как в Петербурге, допустим, если взять новые микрорайоны Янина, Кудрова, не знаю, там Девяткина, еще какие-то там вот микрорайоны, когда заходишь и вот смотришь на этот Титаник 32-подъездный и 25-26-этажный. И вот это вот такая бандура, почему я его называю Титаник, потому что вот эта вот колоссальная его величина, это как вот наш, не в том смысле, ни в коем случае, что он должен потонуть. Нет, ни в коем случае, нет, не в этом. А в том, что вот он такой большой и такой огромадный, что вот, ну, понимая во время разговора, я задаю вопрос, слушайте, а с чем это связано, почему вот такая огромадина и для чего вы это делаете? А четко ответ, вы знаете, вот нам из земли надо выжать все, что можно и нельзя, вот поэтому мы строим вот эти калитушечки, вот эти всевозможные маленькие, и все, нам нужно выжить, а потом нас там не волнует, парковка есть или нет, посчитали мы или не посчитали, сколько машин человек там, надо или не надо, нет, нас это уже не волнует, то есть выжили, продали и все, и ушли, все, и вот встречаясь с последними уже, с крайними девелоперами, которые имеют землю, и они понимают, что земля находится не в центре города, земля находится немножко в отдаленности от города, и они понимают, что та политика и то видение, которое было ранее, оно уже устарело. И люди все-таки, вот, будучи в пандемии, будучи два года вот в этих нахождении в этих больших домах и нахождение вот в этом помещении, они понимают, и многие уже переходят на вот, по возможности, естественно, на землю. Поэтому они, вот, понимая все составляющие, они, конечно, уже смотрят на вот именно эти кластерные дома, на кластерные вот эти вот линейные поселения. И большое-большое-большое спасибо Анатолию Эдуардовичу за то, что он уделяет этому такое внимание, я бы вот так сказал. Вот. Ну и, конечно, давайте, друзья, вот с таким вот тоже рвением, как сделал вот наш партнер, когда он прыгнул, если кто помнит, в 2014-2015 году он прыгнул с самолета, и во время полета он все это время в пространство произносил имя нашей технологии, да, основной технологии, имея вот такой флаг, и весь полет практически до возможного вот такого, как я сказал, до возможного расстояния от Земли, да, посматривая на определенный прибор, который у нее на левой руке, но тем не менее вот с таким же рвением и с такой же вот силой к цели, к конечной, к которой мы идем, я прям призываю вас всех и сам лично делаю все возможное, чтобы это произошло именно в этом году. Я имею в виду про уже объявленные адресные проекты, и не один. Спасибо этому партнеру за то, что он сделал такой серьезнейший шаг, прыгнув с высоты. Высота, по-моему, была 4000 метров. Я спрашивал у него потом, какая была высота. Что-то было около 4000 метров. Вот, поэтому вот на этой ноте такой вот, как это, задающий тон, хочу остановиться и сказать, что, коллеги, вот в этот сложнейший год, да, такой, правда, сложнейший год, мы все-таки сделаем наше дело, и я уверен в этом, ну, просто на 100%, что мы с Анатолием Леонидовичем дойдем до того момента, и те ожидания, которые
именно, ну, я бы сказал так, не ждут, что ли, а как, знаете, есть кто-то, кто ждет, а есть те, кто технологии помогает еще, и так и дальше и продолжает финансировать, и помогает технологии в становлении и выходу именно на те рубежи, которые мы поставили. А в этом году, я знаю точно, в этот сложнейший год для нас, но тем не менее мы идем своим таким уверенным шагом, да? Мальчишка вот тоже на Экофесте в 2018 году, он от себя тоже на камеру, тогда я снимал на камере, и тогда он лично говорит, могу ли я на камеру сказать пару слов? Я ему тогда сказал, ну хорошо, говори. И тогда он произнес такие слова, сейчас, наверное, не слышно, но он тогда сказал, что Skyway – это круто. Видите, вот даже такой мальчишка в своих выражениях о Skyway говорит определенные правильные вещи, что Skyway – это круто. Вот, друзья, вот на этой позитивной ноте хотел бы сегодня завершить и точно, уверенно и четко сказать вам, что мы правильно идем с правильным руководителем, в хорошем направлении. И я знаю точно, что постепенно, пошагово, пошагово будет информация открываться. И Артур Иванович, имея чуйку действительно хорошую, будет постепенно по возможности открывать нам информацию. И знаете, хочу в заключение сказать, что по какой-то причине, вот вы знаете, ну вот по какой-то причине, я это уже вот на встрече на закрытой в Петербурге говорил, именно про те моменты, которые мы не говорим, вот почему-то они очень хорошо происходят. То есть никто не мешает, вообще никто, никакие, вот, то есть все происходит настолько гладко почему-то, вот задумайтесь, почему. Вот просто такая вот логическая загадка. Но почему вот о тех моментах, которые мы не оповещаем и не говорим в эфир, почему-то они проходят вот вообще без каких-либо эксцессов. Все, друзья, всех нам благ и до следующего раза. Следующий раз у нас 26 числа, это будет уже после поездки в Минск. У нас очень серьезнейшая поездка в Минск, так что нам удачи, друзья. Все, пока.